Добрый день, дорогие друзья! С наступающим всех Новым годом! У нас вот такая погода, совсем не новогодняя. Два дня лил дождь. Что будет на сам Новый год, не знаю. Но сейчас у всех предновогодние хлопоты. И я тому не исключение. Вот бегаем пока. Готовимся. Куда пойдем, еще даже не знаю. Будем дома, в гости или в город. Там дальше покажу. Дорогие друзья, еще раз всех с Новым годом. У нас еще не наступил, но во многих регионах уже отпраздновали, поэтому уже с Новым годом. Вот. Мы дома, как я уже рассказывала, это второй Новый год наш. Не все так, как, ну, как могли, так обустроились в новой квартире, потому что мы живем в ней буквально пару недель. Поэтому как могли, ремонта как такового тут нет пока, но, в общем, обустроились. Вот мой подарок отдыхает. Вот. Хотела вам показать, как мы устроились и как мы будем праздновать Новый год. Калининград и как все украшено и празднуют, мы, я думаю, покажем в следующих видео, потому что завтра, скорее всего, завтра, послезавтра мы пойдем с детьми где-нибудь погуляем, поснимаем. А сейчас мы дома. Мы никуда не пошли, дети никуда не хотят. Да и как бы это молодежь, наверное, только бегает где-то именно в новогоднюю ночь. Мы дома. Вот. Так что сейчас покажу, как мы тут празднуем, точнее, еще не празднуем. Ну, вот как могли, обустроились немножко в походных условиях, так сказать. Это наш стол. Еще не все приходится выкладывать, потому что есть у нас товарищи, которые совсем не товарищи, которые лазят где не положено и съедают все, что видят. Поэтому как-то вот так. Ну, по мере возможности будем все там подарочки. Да, елка тоже у нас, как видите, чуть ли не на потолке. И то кошка уже залезала, но она просто рядом лежала. Вот там подарочки детям. Наши. О, уже свалили. Уже свалили. Ну, ничего. Как-то вот так отдыхают. Умаялась наша девушка. Вот. Другие товарищи у нас вот здесь отдыхают тоже. Обычно все со мной здесь. Ну, вот как-то так. Как я уже говорила, ремонт нужно делать, но времени абсолютно не было. Ну, ничего. Там покрасить, поклеить. Это все возможно. Так что не все сразу, но мы, в общем, довольны. Как я уже говорила, это наш какой второй Новый год. В прошлом году мы неделю как приехали, поэтому так тоже. Ну, а в этом году вот накануне мы поменяли квартиру, поэтому тоже не успеваем ничего. Ну, будет время, все сделаем. А так я довольна. И квартиры, места много. В следующих видео как бы перескакиваю немножко, потому что Новый год, не могла не записать видео. У меня есть уже видео, которое я еще не монтировала. Это видео о моем переезде, почему мы переехали, как нашли квартиру, как она выглядит. Вот, там все есть. Будет в следующих видео. А пока еще раз всех с Новым годом. Всего хорошего.
И до новых встреч!